Всем привет! Вы на канале Папа, Мама, Мы из простой семьи. И у нас новости в хозяйстве есть. Привезли мы сегодня опилок. Также у нас кончился ячмень почти для кроликов. Завтра поедем покупать. А сейчас мы засыпаем опилками курятник. Потому что куры нас уже все поистоптали. Да? Говорю, сыпай опилочки. Ну так правильно. Что ты тут делаешь? Ты куда высыпаешь? В какой сектор? И тут, и другой, но тут они спят. Тут спят? Нет, тут спят они подальше от своих какашек спят. Они с какашками не спят. Так. Так, уйдите, дружок. Тоже уйди с курятника. Так, я тебя закрою, а то тут незаконное проникновение. Вы что-то все в одно горло решили. Дружок, не мучи персика. Он просто его любит. Он его облизывает, он его любит. А персик не понимает. Но персик все равно лезет. Ну что? Туда не будем, наверное. Не надо? Пускай так. Ну давай сюда сыпай. Чтобы по суше было. Свеженькую. Прикрой. Персик, зараза, зашел. Ну ладно. Они сейчас сами разгребут. Но мне кажется, мы маловато еще привезли. Да, я еще тоже так думаю, маловато. Давай все высыпем. Уткам пока не будем сыпать, потом еще съездим, слышишь? Уткам туда наберем. Давай, 6 мешков, но сюда надо было 6 да. Мешков. Персик, я тебя казню. Смотри какой. Что-то высматривает, что-то там. А ты куда пошел? Так, ставим на паузу. Ты забыл, что у нас куры вытворяют. Да не дурные, опилок боятся. Смотри, мы куда забились. Да, вот их целая я куча. Делаю хорошо, а они прячутся от меня. Ну, бывает. Слушай, ну-ка давай вам сейчас на... О, вспышка, со вспышкой лучше. Только закрывай. Давай я тебя открою. Я сейчас что туда не вышел. Да вот можете посмотреть, в каком курятнике у нас содержатся куры. Да. Просыпаем опилочки, чтобы чистенько было, да. Ой, сейчас они опять выскочат. Ну и все. И вот теперь у нас все почищено. Ну-ка, уйди в стороночку, чтобы было видать. Короче, здесь мы в этот раз высыпали, получается, 14 мешков опилок сейчас высыпали все. Да, чтобы у них была чистенькая, новенькая подстилочка. Потому что мы ее не меняли, она с весны у нас та подстилка была. Ну, в зиму, да, с лета. Да, мы с летом почти построили. А уже в зиму, на следующий год летом поменяем. Да. А сейчас менять нельзя, потому что будет холодно. Сейчас морозы стукнут. Это вот сейчас мороза нет. И то вот на днях был, какие морозы, да? Угу. Сильные. Вот, чтобы им теплее. Ну, вот сверху чистым присыпали. Все чистенько, аккуратненько, хорошо. Так что, пожалуйста, просим, девочки, вперед из песни. Яйца несем. А то заказ яиц
больше, чем вас. Да. Так что несем по два в день, чтобы все успевали. Разница, пойдем? Пойдем. Вот и поддоны пригодились. Для чего? А угадайте. Сейчас увидите. Персик, отстань, а. Купили мы сено. Да, кролики жрут сено много. Ну и не только кролики, мы и свиням, и считай, подстилка курям. Прилично. Сено мы купили 20 тюков еще, потому что это сколько-то у нас было, кролики у нас все сожрали, большую часть кролики съели, потому что они очень любят сено, особенно они его любят очень разбрасывать, хотя у нас стоят и сенники, да? Я говорю, хотя у нас стоят и сенники для королей, но у нас кролики сено очень много переводят. Они растут его в сарай, да, вот этот? Да, чучок, ага. В общем. А кинь. Только я не знаю, там утки его не разгребут. Поставь, чтобы мне, конечно, не ходить вот туда-сюда. Вообще будет классно. Надо, кстати, одну корзиночку сейчас взять, поломанную вот эту. Или там вот тоже есть около сарай. Да, я хотела за дружком там убрать. А то кто-то там надел дело. Ну да, все как раз. То надо было. Счастливый привет. Мне кажется, надо тебе делать еще клеточку, надо сделать, чтобы вот этих отсадить. Вот девочку, видишь, им тесно, мне кажется, места мало. Не развернуться ничего. Выпал у нас снежок. Вот такая у нас красотища. Тепло, хорошо. Благодать. Зачем мы приехали? За курями. За курями? А зачем? Что, у нас курей мало? Мало, оказывается. 30 штук дома сидит и еще мало, Игорь. Да. Мало. Не мне, а людям мало. Мало людям? Да. Да мне, нам-то почти яйцо-то и мы не едим почти его. Надо как не едим? Ну здрасте, не едим. Мы яйцо едим нормально. Просто. Ну нормально, но и другим надо. Вот эти две недели мы его почти не ели. Может быть, десяток съели и все. Потому что не остается нам ничего съесть. Да. Вот решили и себе купить. Это. Тут у нас в Маршанске еще возят люди курей. Решили еще у других. У других взять. Да, все познается в сравнении. В сравнении, да. Ну вот, пошли за нашими курочками. Сейчас наберем. О, как у людей тут все цивильно. О, даже яйцо уже несут. Это белое? Да, ну они получше несутся, говорят, белые. Легорны. Ну, а рыжий это какая у вас? А это что за порода рыжая у вас? Ломан Браун. А, Ломан Браун? Да. А я не знаю, у нас Хайсикс. У нас Хайсикс. Хайсикс Браун. Белый, да? Белый, да. Мы что-то решили. Ломан Браун это тоже гибрид же, по-моему. А эти легорны это порода. О! Че, на коробку? Да.
сколько ловить? Да сколько? 12, 10 давайте, наверное, 10. Ага. Батать. А? Да, вторую коробку, да? Десять, да? О, они приучены к ниппельным, да, поилкам вот? Угу. Я тогда, может быть, сегодня, завтра ниппельные тоже поставлю. Эти заодно покажут нашим курам, как с ниппельных пить надо. Все, ладно, рачка наша возьму. Это вот уже яички снесли. Ну давай, пойдем. Что там? Да, я же умная, Маша. Ага. Так. А он что-то не туда, не туда. Ручку-то надо. Все, все, простите. Осторожно. Не у себя же дома, поэтому не знаю. У себя дома что-то к ноге открываю. Да. Так, что там получилось? Держи. Так, ладненько. Сейчас домой приедем, разгрузимся. Привезли мы домой. Бери, бери. О, какой-то геракл. Сильный. Видишь, дай-ка я закрою. Ой, тоже руки заняты. Пошли мы. Распаковывать. Посылка. Ну я так. Курей. Запакованы, как будто в посылке. Ой. Так, закрыться. Ой, смотри, там внизу-то не вылетят. А то будем сейчас по огороду их ловить. Они маленькие. Ты их сразу подожди. Туда не выгружай, там надо закрыть. Сетка, я же не закрыла. Сейчас закроем. Интересно, сколько время? Что такая темень? Часа три. Вот не люблю зиму, потому что темно. Что ночью, что днем. А еще погода у нас как будто весна. А не зима. Все подтаяло. И лед, и лужа. Ой, так сейчас подожди. Ой, дружок, тут тебе с подарками пришли. Так, ты их ставь? Да, ставь. Так, выгоняем. Да, выгоняй. Закрыл. Сейчас я с той стороны подойду. Гвоздики. Сейчас закрою на гвоздики. Так, отойдите, пожалуйста. Ага, вот эта лопатка, она выгребла. Да я сейчас ногами выгребу. Вот, вот, стой, стой. Сейчас подпорнусь. Идите. Вот. Слышь? Ну что ты на меня делаешь, я... Жень? Где там гвоздик? Да. Ой, Женя. Стоп, нет. Гвоздик, нет. Да иди ты отсюда. Где гвоздики? Нашел? Ой. Ну, подстилки насыпали. Да. А ты хотя бы предупреждай, Жень. Ну, ты что творишь-то? Ну, ну не ну.
Отходи в сторону. Молодых чувствуешь? Да? Ну, мне кажется, у нас петухов не хватит. Вот один гвоздик. Да, да я их уже подвинул, да. И второй. Вот второй. Все. Все. Ну, давай, я наблюдаем отсюда. Значит, куры породы леггорн. Это леггорн. Будем пробовать. На лодке леггорн. Да. Ну, то есть они, естественно, они будут маленькими, они не будут большими. Понаблюдаем. Ну, как оживились-то. Закрываем. Такие активные. Правильно, успокаивайте девчонок, успокаивайте. Ой, конечно, так интересно за всем этим наблюдать. Это просто слов нет. Разбились на два пара. Эти все там. Да-да-да. Может, туда петуха одного запустить? Не надо, не надо пока экспериментировать. То будет потом. А эти все чисто беленькие, да? А леггорны, они белые. Угу. У меня, кстати, есть, у нас есть, вернее, интересная информация по поводу леггорнов. Мы вам потом отснимем, прочтем. Очень интересно. Да? Ну да. Еще старых, со старых книжек. Да, еще с советской книжки. Поэтому мы и взяли. Вон, вон, смотри, что делает эта зараза. Зайди, яйцо забери, а. А, вытаскивает с гнезда. Да что это такое? Забрал? Да. Она его прям с гнезда вытаскивает. Тут он тоже есть. Все, по-моему. Ну, посмотрим. Будем взвесим, какое яйцо-то по граммам будет. Ну, было чего? Сено, раз бардак устроили, засранки маленькие. Ур, дверь, да, открыли. Надо будет вот этот брудер, если что, зайка, вот сюда поставим. А, кстати, о птичках, да. А вот здесь у нас будет кое-что другое. Кое-кто другой. Да. Ну, или... все потом, когда все это будет, тогда... Тогда все узнаете. Да, тогда все скажем. А пока это держится в секрете, потому что, возможно, этого и не будет. Мало ли что-то пойдет не так, правильно? Да. А зачем? И себя, и других обнадеживать. Так, ну что, пойдем?